Итак, всех приветствую на моем канале. В этом видеоролике я расскажу, как сделать пар над чашкой с кофе. Так, для этого берем рамку, смещаем ее вот так вот почти в два раза. С учетом содержимого обязательно заливаем. Вот. Должно получиться что-то типа такого. Дальше выставляем прямоугольную выделенную область. Давайте сначала с простого способа. Там будет два способа, я начну сразу с простого. Во-первых, берем обычную кисть. Ну, делаем вот так вот примерно. Давайте белым цветом. Делаем вот так вот. Все очень просто, без каких-либо трудностей. Не обязательно максимально ровно. Дальше. У нас есть галерея размытий. Нам необходимо взять... размытие... диафрагмы, нет, все перебрал, так, вот, размытие контура, вот тут делаем вот так вот, ага, смотрите, в чем проблемс. Так, еще раз. Берем скорость, выставляем на такое значение, вот, примерно 500. Конусность, ну, вообще она не нужна, если честно. Стараемся сделать какой-то реалистичный дым, очень реалистичный дым. Вот. Из такого мы сделали что-то типа этого. Так, теперь выставляем нужный нам режим. Я думаю, вполне себе подойдет экран с минимальной заливкой. Вот так вот. Очень простой способ. У нас получилось сделать, правда, похожий дым. Пар. Извиняюсь. Вот. Давайте теперь посложнее способ. Берем прямоугольную выделенную область. Вот так вот ставим. Теперь нам необходимо взять серый цвет. Ну, по центру так, где-то так берем. Полностью ее закрашиваем. Ага, перед этим. Перед этим нам необходимо сделать растушевку на 35 пикселей. Это сглаживание такое. Видите, все стало более гладким. Вот. Снимаем выделение потом. Дальше. Дальше нам необходимо взять волну. Стандартные настройки синусоиды. Повторить граничные пиксели. Все это дело оставляем. Получается что-то типа такого. Потом берем размытие по Гауссу. Где-то на 20 пикселей. Размываем. Размытие в движении берем. Давайте сделаем угол 90. Смещение будет, ну, где-то 200-211. Вот. Дальше. Теперь мы можем либо это сделать искривлением, то есть вот так вот. Но не всегда получается. Нам необходимо сделать наклон. Но мы сделаем наклон при помощи наклон смещения вот этой вот функции. Вот так вот выставляем примерно вот под углом. Зажимаем Shift, чтобы 45 градусов фиксировать угол. Тут сделаем, давайте 15 оставим, так что не особо важно. Искажение, ну, где-то 36. Сделаем примерно вот так вот. Вот. Ага, да, все нормально. И ничего не размылось. Так, так, сейчас разберемся, почему.
Понятно. Оно больше бы и не размылось все равно. То есть это как бы такая вот основа. Дальше нам необходимо взять какой-нибудь режим наложения, но это такой более сложный способ. Не всегда действенный, но все же рабочий. Возьмем экран. Нажмем Ctrl плюс T. Деформация. И деформируем так, как нам нужно. Мы считаем, что дым будет наиболее таким подходящим. Так, еще раз. Может, с первого раза не получится, это нормально. Ну вот, примерно вот так вот ставим. Вот такой вот эффект мы получили. Ну, согласитесь, первый был попроще и полегче. Но это тоже рабочий. На этом все. Как бы с вами был ProGamer. Всем пока.